Здравствуйте, с вами, как всегда, Сия. Сегодня хочу рассказать о Тимофее Кармацке и его необычных методах оздоровления. Тимофей Кармацкий – врач третьего поколения, невролог. Он считает, что не надо лечить человека и предлагает свои методы оздоровления, если есть болезнь в организме. Но вообще это считается, что не болезнь, а причина следственной связи. И вообще болезни нет. И есть какой-то симптом. У этого симптома может быть несколько причин. Первое – на психологическом уровне, то есть в голове. Второе – на физическом уровне, то есть, может, перекосило таз или что-то где-то к чему-то прилипло и тянет вниз, или орган опустился, или сосуд где-то чем-то зажимается. Третье – на уровне жизни. Это если человек совсем неправильно питается, очень мало двигается и мало спит. И это уровень образа жизни. И если даже ты делаешь массаж каждого органа, как предлагает Тимофей Кармацкий, пока не поменяешь образ жизни, ничего не поможет. Четвертые причины могут быть энергоинформационные. Для выздоровления всегда нужен комплексный подход. И если разобрать симптомы на психологическом уровне, мы можем объединить ногти, кожу и волосы. И все, что с этим связано. Нейродермиты, псориазы, экземы, сыпь, шелушение, прыщики и так далее. Проявление всего этого является конфликт разлуки, то есть желание или нежелание разлучиться с чем-то или с кем-то. На эту ситуацию будут реагировать или волосы, или кожа, или ногти. На них что-то появляется. Например, у человека что-то появляется на коже или на ногте. И первое желание человека, он хочет разлучиться с этим. Он не хочет этого. И это становится новым источником конфликта разлуки. Вы можете задать вопрос, что же делать в таком случае? Тимофей Кармацкий предлагает в первую очередь перестать реагировать на эти болячки. Во-вторых, постараться вспомнить, из-за чего это началось и какой был при этом стресс. Нужно доразрешить этот стресс, и если есть какие-то напоминалки об этом стрессе, их нужно либо устранить, либо от них уйти. Или нужно правильно к ним относиться, то есть не драматизировать. А вот анемия – это конфликт самообесценивания. Мы не можем определить, когда это началось. Она проявляется слабостью или головокружением, и часто мы не знаем, когда это началось. Для этого нужно выписать все, за что вы себя ругаете. Все это переделать в положительную сторону и ходите себе целый день, себя за это хвалите. Тем самым вы убираете в голове конфликт с самообесцениванием, добавляете кое-какие витамины для улучшения необходимых процессов в организме и, конечно же, меняете образ жизни. Это все, что нужно для оздоровления. А самое интересное заключается в том, что когда вы чувствуете боль в организме, получается, что идет ремонт организма. И для этого необходимо много белка. Получается, что в организме процесс выздоровления проходит именно так. Доктор Тимофей Кармацкий практикует это уже давно, и у его пациентов результаты прекрасные. И если официальная медицина не справляется, то в этом есть что-то, потому что у доктора Кармацкого есть результаты. И если информация была полезной, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Каждый ваш лайк и каждый ваш комментарий помогает существовать моему каналу. До новых встреч!